акции пошел! В прошлом году на этой полноприятной марте Кирилл, если не ошибаюсь, выиграл. Наверняка ребята будут показывать. Александр Цедрик. Александр Цедрик, я думаю, что именно Александр один из претендентов будет. Пошел на финиш. Однако не очень далеко от него. Далее идет Евгений Цедрик. 5:27.65. Машок Алексей 17. Данила Долматов идет только 64.50. 2:54.50. И пошел! И пошел! Так, Тимур. Как Павел Вашкевич уходит на второй. Артур Шах. Недалеко. Неплохо едет, недалеко отстал. Близок финиш уже Павел Вашкевич. Ой-ой-ой-ой-ой. Даша лучше сделала.